фасоль в томате в изобилии продается во всех магазинах, но гораздо вкуснее и дешевле будет, если ее приготовить дома. Без консервантов и вкусовых добавок фасоль гораздо полезнее. Фасоль обладает просто огромным количеством минералов, микроэлементов и витаминов. Давайте приготовим ее в мультиварке в томатном соусе. Блюдо сытное, в меру острое, ароматное и вкусное. У меня белая фасоль, но по этому рецепту можно приготовить красную и черную фасоль. Вкусно, как в теплом, так и в холодном виде. Такая фасоль станет самостоятельным блюдом или гарниром. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Возьмите ингредиенты для приготовления фасоли. Фасоль хорошо помойте и залейте холодной водой на ночь. К утру фасоль хорошо набухнет, она впитает всю воду. Если немного воды останется, то слейте ее, выложите набухшую фасоль в чашу мультиварки. Залейте водой так, чтобы она была на палец выше фасоли, посолите фасоль. Подписавшимся, больше вкусностей. Накройте мультиварку крышкой и варите фасоль до готовности в режиме бобы, тушения или суп в течение 60 минут. Время приготовления зависит от сорта фасоли, поэтому нужно периодически открывать мультиварку и следить за степенью мягкости фасоли и количеством воды. Пока фасоль варится, займитесь овощами, морковь и лук очистите, помойте, лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке, выложите в сковороду, налейте рафинированное подсолнечное масло и 20 мл воды. Тушите овощи 10 минут. В мягкую фасоль выложите лук с морковью. Добавьте томатную пасту, сахар и молотый перец по вкусу. Перемешайте. Готовьте фасоль в томате еще 10 минут в том же режиме и выключайте. В конце добавьте измельченный чеснок. Фасоль в томате в мультиварке готова, можно подавать к столу. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Фасоль, 1,5 стакана, сухая, белая, лук репчатый, 1 штука, морковь, 1 штука, подсолнечное масло, 30 мл, томатная паста, 2 столовые ложки, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, сахар, по вкусу, чеснок, 1 зубчик, количество порций, 3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Еще увидимся.